Иншаллах, мы заберем и Одессу, и Харьков, и Киев. Мы потихоньку идем, да, благодаря всем структурам, подразделениям, нациям, вероисповеданиям, которые сегодня объединились вокруг призыва нашего президента. Мы сегодня показываем такие показатели, которые даже не снились Западу и натовским государствам, и Евросоюзу. Иншаллах, да, пробьемся, да, и дойдем до Польши, которая кричит вовсю, хотя у них нет никаких возможностей. И еще раз хочу сказать, что танки, которые они выделяют, да, даже людей успокоят. Это вообще ничего не значит. У них есть и танки есть, и батареи есть, и самолеты есть. Так сказать, ну, использовать на территории СВО нет возможности, потому что наше ПВО работает оперативно. Да, опасности отстан. Так, алхамдулиллях, дал хасам шадри дигиду, да, я бел китивен. Вайтан бошдег, вайт унах ваш яқид, да, цехит цейлит. Шида мичахалла, шида унах алла дайла, вайт билга вакш, унах цахалчит. Шия садай мекан, да, дал ара вирвац, дадур дастан. Вайтан ай билга вакшик. И унах чуд цею, и унах бог, вай герой бог, да, цун дайла, да, 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 лочан, да, первую очередь, вручит ее чтона, вай бог, да, я бел китивен.